Доброе утро, моя хорошая. Сегодня мы с вами приготовим изумительно вкусный, при этом очень нежный омлетик. Что нам для этого понадобится? Смотрите, баночка горошка Хэнс. Слить водичку надо оттуда, весь сок нужно слить. 4 яичка, растительное масло, обязательно майонез. У меня вот такой, Слобода Провансаль. И приступаем. Ну, естественно, соль. Перец молотый. И начинаем. Что мы делаем? Мы берем 50 грамм обычной отстойной водички. Вот. И туда добавляем где-то ложечку, полторы ложечки майонеза. Сейчас мы хорошо вот это вот все с вами смешаем. Туда же добавляем маленькую щепоточку соли. И перчик я уже добавила. Сейчас приготовим. Смешаем вот этот вот майонезик. И будем с вами обжаривать зеленый горошек на растительном масле. А потом сюда мы собьем все яички, размешаем и будем туда горошек зеленый добавлять. Будет очень вкусно, поверьте, мои хорошие. Так, ну вот, яички сюда разбила, 4 штучки. И хорошо взбиваю смесь. Прям очень хорошо. Можно вилочкой делать, можно ложечкой. Нужно яички прям стараться до пены взбить. А тем временем, что мы делаем? Мы уже обжариваем с вами горошек. Готовили сковороду, влили туда растительное масло. У меня обычное растительное масло фирмы на каждый день покупаю в Ашан. И получается, добавили туда горошек зелененький. Все, он у нас готовится. Закрыли крышечкой. Все, залили нашу смесь, моя хорошая, в горошек. Жарим его недолго, минутки 3-4. Вот. И вот так вот начинаем перемешивать. Вот, мои хорошие, вот так вот мы мешаем до тех пор, пока не испарится лишняя влага с горошка и с яиц. Все, я уже отставила от плиты. Посмотрите, какое у нас очень вкусное и при этом очень нежное блюдо с вами получилось. Так что, мои лапочки, готовьте на здоровье и кушайте с любовью такой замечательный утренний омлетик. Всех люблю и до встречи на моем канале.